нет, я серьезно, я на полном серьезе говорю, если у тебя ты готов все бросить и поехать со мной на проект, то я буду очень рада. А может быть, как-то мы отложим на немного, хотя бы на какой-нибудь кратчайший срок? Кратчайший срок. Ну, это, допустим, до завтра. Ну, тогда давайте как-нибудь я оставлю вам телефон, позвоните. Есть ручка? Бумажечка? Нет, что-нибудь дайте мне. Подожди. Молодой человек, здравствуйте. С вами можно познакомиться? Можно. Отлично, как вас зовут? Михаил. Меня Зина зовут. А у вас не было желания покинуть Москву на несколько месяцев? Нет. Вы не хотите? Нет. Упасть на реалити-шоу? Нет. Почему? Потому что не хочу. Очень жалко, хотя странно. Нет, не хочу. Наташа. Да. Мы такие же, как в жизни, или нет? Ну, сейчас лучше, мне кажется. Приятно. Знаете, у нас сегодня такая уникальная возможность. Мы сегодня с Зиной выехали специально с нашего лагеря, чтобы найти человека для создания пары. Что, проект прям туда? Да. Да. Ну, это не знаю, у меня учеба как бы. С одной стороны, хорошо же, если она выходит. Меньше проблем. А с другой стороны, важно, чтобы она осталась, потому что закладывалась идея передачи, что ведущие за слабых. Ну, то есть они всегда слабых поддерживают. А фиг ли долго поддерживать слабых, если есть пара, например? Да нет, ну, понимаешь, поддерживать слабых – это хороший лозунг, потому что лозунг хороший, не спорю. Потому что, как бы, ну, все люди хотят, чтобы слабый побеждал. Все на этом основано. А если, допустим, за Настю выгонят, тогда получается, не поддержали слабого. Статик, но сегодня будет очень важный вопрос. Да. Против кого ты будешь голосовать? Сегодня голосование девушек. Я уже, в принципе, подумал, исходя из тех соображений, то, что мы прожили какое время, считая того, то, что пришла Настя новенькая, я, наверное, все-таки проголосую за Залину. Против Залины? Да, потому что я в тот раз голосовал против нее и в этот раз, потому что видно, что человек не старается вообще ничего. Ну, смотри, у нас была такая же и есть. Зина, Наташа. Почему не против? Наташа, сейчас объясню. Наташа мне как бы видно, что она старается, во-первых. Она и готовит, и все, это плюс ее. Потому что любой здесь какой-то положительный поступок как-то как бы сказывается на нем же. Мы же это все видим, мы вместе живем. И уже как-то у нас впечатление создается о каждом человеке. И буквально каждый подстраивается по определенной лестнице. Ну что ж, я тебя поняла. Скажи мне такую вещь. А все-таки как ты думаешь, кто покинет нас в итоге? Только покинет? Кто покинет? Я думаю, Настя покинет. Настя? Да. Тебе будет жалко ее ухода? Настя? Да. Хотелось бы, чтобы она как-то реализовала себя здесь, показала себя. Молодые люди? Да. Можно вас на секундочку? Да, нет, пожалуйста. Почему? Почему? Блядь. Они ушли от своего шанса, от своей судьбы. От просто своей славы они отвернулись. Ушли. У нас есть, конечно же, определенные рамки, за которые мы должны найти человека, с которым бы мы... Пока безуспешно это. Сложно найти этого человека. То есть там записать телефон, да, потом... Да, 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 да. Если ты готов... С тобой? Или со мной? Или с Зиной? А вас двое только? Да. Нас только двое, да. Да, это интересно. У вас есть свободное время? Что нужно сделать? Что нужно делать? Приседать надо, берете и приседайте 10 раз. Вот так. Это тест напротив, на спортивную подготовку. Просто такая вещь, что мы вот с Наташей вышли в город на один день, мы ищем пару на проект. Делать ничего не надо. Нужно просто как бы смотреть, и если вы оставите телефончик, вам перезвонят и зашат. Давайте оставлю. Давайте, как вас зовут? Меня Николай. Зина. Я буду голосовать против Оли Кравченко.
Потому что у нее иммунитет, да? Потому что у нее... А, против... Давай проголосуем против Ольги. Оскар. Против Ольги? Оскар. Да, я вас поддерживаю. Все, короче, Оля. Да без проблем, но это заговор. Записками писать. Оля, все, ты попала. В полной программе. Готовь вещи. Пиши письма. Я мелким почерком. Ну, не дай бог, кто-нибудь из вас сегодня не поможет мне тащить сумки в ворот. Вообще. Давайте помогать мне забрать. Нет, мы будем обсуждать то, что сегодня Зина с Галей найдутся. С Галей? Зина с Наташей найдутся новую пару. Таких просто нет у нас. С Галей. С Галей. Когда ты сказал? Галя. Галя. Куд Галя. Сереж, ну, сегодня будет... Очень важный день для вас, для всех. Сегодня будет голосование против девушки. Скажи, против кого ты будешь голосовать? Скорее всего, против Залины. Почему? Ну, я как... Не почему именно ее, я именно других исключил. Я не хотел бы, чтобы другие выбывали. Хорошо, ты будешь голосовать против нее. Ну, а кто все-таки, ты считаешь, покинет наш проект? Ну, вот как я узнал, Настя будет тоже участвовать? Как? Да. Потенциальные выплывающие. То есть, по-моему, либо Настя, либо Залина. И тебе будет жалко, если Настя нас покинет? Мне будет жалко любого игрока. То есть, правило. Одинаково? Ну, как я понял, с ней у нас бы все равно ничего не было. Ну и что? Ты так говорил о своих чувствах. Ты даже, я помню, заявлял о том, что если она покинет проект, ты уйдешь вслед за ней. Допустим, Настя покинет проект. Я не уйду, меня, ну как, если отчислить, я, разумеется, уйду сам, я по себе не хочу уходить. Зачем же ты тогда это говорил ей? На тот момент мне именно так казалось, что... А что же изменилось с того момента, Сережа? Я считал, что ну, ближе, чем она, я не смогу здесь уже найти человека. Ну и кто же сейчас тебе стал ближе, чем Настя, допустим? Можно я сохраню тайну? Нет, Сереж, ну расскажи мне. Я сохраню твою тайну, можешь мне поверить в это. Ну, я не хотел бы просто. Просто, ну, симпатичная. Ольга Бузова? Нет, Наташа. Я маньячка. Я тоже. Я маньячка. Ты чувствуешь это, детка? Я никогда никого так не разглядывала. Наташа, я никого никогда не клеила в своей жизни. Вот это другой вопрос, понимаешь? Вообще. Пожалуйста. Да. Как тебя зовут, Оля? Я хочу, можно? Ну давайте, давайте. У нас одна ручка просто. Хорошо, у нас где-то есть своя земля. Спасибо большое. А тебя? Катя. Нормально все. Тут прям как... Не бойся. Привет. Здравствуйте. Здравствуй, знакомиться не хочешь? С камерой или с вами? С нами. С нами. Давайте, Тимур. Зина. Тимур Романович. Наташа. Очень приятно. Ждешь кого-то? Подругу. Девушку или подругу? Нет, подругу. Вот подругу? Всегда. Сейчас сессия, да? Просто нет. Есть такое предложение поехать на реалити-шоу. С подругой? Нет. Сегодня нас просто выпустили. Да, нас сегодня выпустили. Найти молодого человека, чтобы составить пару. Составить одну пару, да. А вы участница? Да. Да? Да. Извините, что не знаю. Да ничего страшного, это наоборот. А вы меня не знаете, да? Да. Нет, мы узнали, конечно, сами знакомое лицо, так где же я могла тебя видеть? Ну, черт. Пока. Так прям прорекламировал. Кажется, я нашла свой парный проект. Привет. Ну, покажи рисунки, Ксюш. Какие рисунки? Это фотографии. Прикольно, да? Ну, это то, что принял журнал. Конечно, больше фоток было намного. Это то, что приняли? Там были лучшие фотографии, мне так кажется. Да. Я тоже была немного в шоке. Классно. Блин. Ну,
Наверное.